Да, сегодня 8 апреля, сейчас пойдем посмотрим цены. Многие спрашивают, что ты за магазины такие дорогие ходишь. Вот продуктовый дискаунтер экономич. Сейчас вот зайдем, посмотрим, какие там цены. Самое интересное, это сахар, наверное. Сейчас посмотрим, есть ли сахар. Рис кубанский 62 рубля. Хлопья овсяные 42. Горох 55. Хлопья 42. Гречка. А сахара у вас нету, да? Нет. Сахара нету, говорят. Рис кубанский, крупа гречневая, 109 рублей. Так, посмотрим хотя бы рафинад, сколько здесь стоит сахар. 250 грамм, 51 рубль. Раньше килограмм сахара можно было купить за 51 рубль. И все, больше никакого выбора нету. Вот интересно, гречку найти у Вилка. Рис круглозернистый, 151 рубль. Длиннозернистый, 99. А где гречка-то? А вот, есть какая-то гречневая крупа. 800 грамм, 150 рублей. Ну, хороший рис. Есть рис, да? Нашли такой отдел. Все по 100, все по 50, все. По 150, сейчас посмотрим, вот у нас есть тут все по 100, у нас такие вот дождевики детские, прихватки, или как их называют, я уже не знаю, и полотенчика, вот это, а вот такая вот тарелочка стоит симпатичная, 100 рублей всего, игрушки какие-то, салатники вот эти, если они по 100 рублей, то это прям вообще шикарно, смотри, салатник 100 рублей всего огромный, что тут еще есть. А мячик надувной. Ну, все по 100 рублей. Давай посмотрим, что по 50. Интересно, есть. Кипятильник. 50 рублей. Так, это у нас для специй, перец, соль. Дождевик еще. 50 рублей дождевик. Формочки какие-то. Лампочки даже есть. Крем для обуви. Что это такое? Антисептик? Да. Так. Все, по 150, поднимаем планку. Тут контейнеры вот такие вот. С разукрасами всякими разными, такие детские. Носочки. Это что в коробке? Это эти трусы женские. Зубную щетку, говорит, хотел. Ну да, что, нормальное. Так, это у нас все по 150, носки 150 рублей, да, конечно. А, ну это тоже все входит, получается, штопор 150 рублей, фартук, щетки и обычные вот такие вот. Еще графинчик прикольный, да? 150 рублей, шикарно. Так, 200 рублей. И дальше у нас 250 рублей получается. Так, смотрим, 200 рублей. Перфум 60 дней. Ну это. Освежитель воздуха, я так понимаю. Теннисные ракетки с тремя шариками. Заварочный чайник. Нормально, только за 200 рублей. Штопор уже навороченный какой-то. Набор. Детские, я так понимаю, тарелочки. И кружечки, теннисные ракетки, ну их, где они вообще были? А, вот они, сюда убрать. Пластилин какой-то, или что это такое? Тоже все по 200. И какие-то крема, увлажняющий крем для тела. Это у нас уже 250 рублей. Салфетки из микрофибры. Вот такая вот щетка для пяток, я так понимаю. Всякое разное для купания. Опять щетки какие-то. Тоже что-то для массажа, скорее всего. Что там еще есть такое? О, опять дождевики. Они, наверное, по всем категориям есть. От 50 до 250. Ну и зонты еще. По 250 рублей, мне кажется, вообще нормальная цена. Такие вот есть. Такие. Ну, то есть можно еще что-то купить дешевое, конечно. Ладно, все, возвращаемся к теме, смотрим крупы почем и сахар. Ну, в этот раз уже, походу, точно пришел
случае. Всем еще раз привет. Ситуация такая, что YouTube могут закрыть, так как это иностранная площадка. Но, к счастью, у нас есть подобные видеохостинги в России. Например, такие как Яндекс.Дзен. Так вот, для того, чтобы не пропускать новые ролики, подпишитесь на мой канал Яндекс.Дзен. Ссылка в описании. А то захотите посмотреть что-нибудь на YouTube, зайдете, а страница уже не загрузится. Но я думаю, все знают, где описание. В общем, все жду на Яндекс.Дзен. Ходили по магазинам, заметили, что помидоры начали пропадать. Но тут, в принципе, есть, но корзинки не заполнены. Помидоры, сливка Крым, 329,90. Такие вот небольшие, даже сказал бы маленькие. Вот овощи, ой, фрукты тоже есть. Цены как были подняты, так и остались. Вот груша Санта-Мария, Турция, 329 рублей килограмм. Яблоки вот эти маленькие, раньше они вообще стоили дешево, по 100 рублей, по 90, сейчас 169,90. Вот есть груши и дешевые, самые простые, 169,90. Тоже яблочки небольшие, 179,90. Вот здесь раньше все было овощи. Помидоры, огурцы. Сейчас, смотрите, заменили все какой-то каким-то соевый текстурант. Вообще раньше его нигде не видел. Наверное, с 90-х. Ну, не с 90-х, с 2005-го, вот так вот примерно помню его. 59,90 соя, 50-60 рублей. Вообще. А вот смотри, огурцов нету раньше. Помнишь, здесь огурцы были, все вот только помидорки, то какие-то остатки. Вот есть еще овощи. Это у нас лук репчатый Приморья, 77,95. И тоже Приморья фасованный, 100 рублей. Раньше они до полтинника даже не доходили, 40 с копейками стоили. До всего происходящего. От картофеля России 100 рублей фасованный. Мягкий. Он прорастает уже. На семена, если только такой брать. Вон еще есть какой-то картофель. Сейчас посмотрим. Вот здесь подешевле. Картофель России 1 килограмм 89. Но он прям мелкий. Не знаю, что это за картошка. Почти за 100 рублей. Это свекла 99,90, картофель Беларусь 89, 90 рублей килограмм. Вот это еще более-менее картошка, она и большая, и плотненькая. Но все равно ценники, конечно, жгут. Ну, вчера время вообще видели эту картошку за 110 рублей. Морковь мытая китайская 96,90, 1 килограмм. Обычная морковка. Вот самое интересное, на что ценники растут прям с каждым днем, это химия. В Реми капсулы для стирки 15 штук Ариэль уже 1250 стоит. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Это у нас продуктовый дискаунтер. Ну вот там Тайд стоил 110, здесь... Ой, 1100, здесь 1041. Здесь скоро 15 штук, да, тоже. Так, что у нас еще? Порошок Персил. 4,5 килограмма, 1000 рублей. Но это еще нормально. Мы видели за 1100, там максимально 3 килограмма. Ариэль. Здесь такого даже нету, только Персил и Тайд. 3 килограмма 826 рублей. Сейчас еще Ферри посмотрим. О, Ферри вообще за 3 взлетело. Литр. 900 миллилитров 282 рубля. Ферри маленькая 157. А есть вот вообще за 232. Ну хоть АОС остался еще по прежней цене. 159. А так он вообще... 313, это как скидка еще считается. 313 по скидке получается. Вообще жесть. Смотрите, друзья, вот эти. Жена раньше прокладки постоянно покупала, 8 штук по 70 рублей. Натурелла, самые вот эти вот, такие обычные, я бы сказал. 8 прокладок, 162 рубля. Они стоили 70-80 рублей. Ну, в разных магазинах от 70 до 80. Вот есть за 153 рубля 7 прокладок, а по 16 332, 288. Да, цены на женские прокладки, конечно, взлетели. Это не фейки уже. Так, интересно посмотреть шампунь Хелдор Шоусон. Ну, там он стоил 741, здесь 683. Но все равно как бы на 100% больше даже подняли. Ну, подешевле, чем в Реме хотя бы. Смотрите, что еще заметил, на что цены подняли. Прям так нормально. Вот они раньше, вот эти наборы одноразовые,
бритвы. Здесь 5 штук. Они стоили что-то по 80 рублей. Светофоре вообще, вообще по 60. Сейчас, смотрите, 214 рублей. Проще купить нормальный станок. Вот женский есть 5 штук. 238 рублей. А многоразовых здесь, я так понимаю, нету. Также многие пишут в комментарии, что на детское пюре цены поднялись. Ну да, могу сказать сразу по этому ценнику. 103 рубля, никаких таких, никогда таких ценников, тем более на вот эту маленькую пюрешку, не было. Хоть она и с индейкой. 100 рублей она никогда не стоила. И вот эти вот пюрешки, я помню, их покупал по 45 рублей, по 47, по 48. 58 никогда не стоили. Ну вот зато сок. Но все равно сок даже этот стоил дешевле. 13-14 рублей сейчас. Вот 17 рублей вот этот маленький. 125 миллилитров. На все цены, на все немного, да, поднимаются. Всего коснется, мне кажется, вот даже взять памперсы. Вот я сейчас обратил внимание, 34 штуки, 1300. Мы раньше с женой брали, сколько? 48 штук за 700 рублей. Сейчас таких ценников уже не найдешь. Вот они, 44 штуки, 1500 рублей. То есть два раза цены на памперсы подпрыгнули. Хорошо у нас уже ребенок научился на горшок ходить. Так, берем, если только куда-то едем. 36 штук, 1150. Смотрите, еще нашли даже все по 20. Вот такая вот. Что это такое? Щетка какая-то с открывающей. Ну, там, наверное, доставать что-то. Так, в общем, есть перчатки одноразовые. 100 штук за 20 рублей. Дальше. Что-то детское, непонятно. Детские носки. Значит, это детские носки. Еще детские носки. Перчатки, мыльные пузыри, и все за 20 рублей. Еще смотрите, что самое интересное, сейчас пишут фейки, что дефицит бумага, я 4 дорогая, здесь прям картон такой плотный. И всего за 20 рублей. Вот они здесь лежат. Упаковочки эти. 3 штуки осталось. Все по 20. Не, ну перчатки, конечно, пригодятся где-нибудь. 100 штук. За 20 рублей вообще подал. Вот ценник на масло. 4-6 литров масла, хорошее масло, 700 рублей. А маленький у нас злато, 1 литр 130 рублей. Ну, в принципе, ценники на масло как были, такие так и остались. Без изменений. Даже на доширак цены остались прежние, 40 рублей. Фейки там выкладывают 190, не верьте. Вот, 8 апреля сегодня.